Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на стадион Труд в Ульяновск. Шестой тур Мелбет Первая лига. И прямо сейчас мы посмотрим матч местной команды «Волга». Лучший снайпер Грубина. На его счету 4 забитых мяча. Ну, давайте с составами и более подробно познакомимся. Надо поменять эту футболку, и пока он игру продолжит не может, а у нас гол! И забивает его, если я не ошибаюсь, Леон Мусаев. Подача на ближнюю штангу, как-то очень легко разобрались в стартовом составе. Подача Бакаева, еще одна попытка удара головой, как-то неаккуратно играет вратарь, не исключая, что связано это с погрешностями поля. Отличная диагональ прямо в ногу Рахманову, проход, и что показывает судья? Пенальти! Так что Рубин сейчас получает 11-метровый. Здорово прорывался Денис Рахманов. Разбег. Небольшая пауза. Удар и гол! 1-1. 25-я минута. Ну, не зря говорил о том, что игра смотрится. Тоже довольно бодро. По-моему, рука была, и сейчас будет штрафной. Не исключаю, что будет желтая карточка. Так, Сапета. Удаление. Вот оно что. Вот такой вот дебют Александра Сапета. 36-я минута. Спарта, да? Так называется розыгрыш этого стандарта. Гол! И Рубин все-таки забивает. Отличается Жоэль Фамие. Кующей команды. В эту кучу валу забрасывается мяч. Все. Ну что, героический матч. Я считаю, что «Волга» заслуживает наших аплодисментов.